В общем, и опять же я здесь. То есть, давайте-ка купим что? Купим какой-нибудь автомобиль из евросалона, затюнингуем его, подрифтим, и все будет с кайфом. То есть, CLS у нас... Ой, как-то их много. R7... Чтобы такого бы интересного бы купить, чтобы прям интересно, познавательно и привлекательно. Это самое главное. Таких машин нет лично для меня. Есть только Мерседесы, которые мне более-менее нравятся. Но суть не в этом. Надо бы что-то такое душещипательное. Нет, все равно что-то вот хочется. А вот что, кстати? А что если? Давайте. С кайфом. Та... О, куда? Хотя это, в принципе-то, хорошо. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Пахан выехал на работу. Так. 220 км в час показывает, что может максималку ехать. Сток чип мне уже, ну, плюс-минус нравится. Сама внешка красивая. По салону, ну, ничего не сказать. Вы это все уже видели, знаете и комментировали. Ага. Сам по себе машина, конечно же, тоже замечательное. Так. Врум. И уехал. Так, надо бы сделать самое красивое. Внешний вид. Отстрел с глушителя. Ты 10 тысяч. Антихром. Давайте, почему бы нет? Спойлера в цвет и в карбон. Нет, глушитель. М5. Передний бампер. М5. Передний фар. Кольцом. М5. Кольцом. Аж подавился. Задний фонари М5. ФСО не надо. Решетка. Решетка Black. Задний бампер. Листички. Ставим. Детали переднего бампера. Шильдик. М. Аксессуар. Сплиттер. Все. Покраска, покрасочка. У меня много машин серых, поэтому давайте тоже купим серый цвет. Из дисков. О, точняк. Выбор диски. Есть у нас BMW. BMW, где были же. Вот М4. От М4 поставим. Поставим. Высоту как раз таки сделаем, чтобы было красиво. Слушай, толщину как раз таки тоже подубавим. Потому что, ну, смысл нам от такой толщины. Примите выйти. Все. Вот так вот у нас все красивенько получилось на пневмочке. И как, ой. Как она красиво стелит. Вы просто посмотрите на это. И погнал боком. Вы просто посмотрите, со скоростью 40, там, 50 км в час. Прям идеально едет. Какой бы только номерок бы на нее поставить. Как вариант, 3 шестерки. Потому что, ну, что вот для такой машины больше всего подойдет, как 3 шестерки. Азербайджанские 3 шестерки. Во. Так, в общем-то. Как раз таки это место. Я понял, что реснички как-то у нас не поставились. Так, азербайджанский. 3 шестерочки. Хотя... Так, давайте-ка посмотрим. Так. Можно GG666 поставить. Но нельзя.
Так, давайте что-то вот прям надо. Надо. Можно казахстанский поставить, что тоже будет красиво смотреться. Что такого еще бы поставить-то? Такс, такс, такс. Как вариант 2.0 по 0.2. То есть вот они за 50 тысяч. Выглядят на картинке, кстати, ну, приемлемо. Не сказал бы, что прям, но интересно. Во. Как по мне, даже красиво выглядит, особенно на такой машине. Идеальный такой номерок. Все, с кайфом будем кататься сейчас. Ну что ж, едем тогда за ресницами, и на этом будет закончен наш рассказ про автомобиль М5 Е38 или 39, ну 39 вроде, ну да, 39. Я, честно, не очень люблю BMW, но как бы легенду все равно прикольно было. Было и будет как бы снимать. То есть, ну, что-то из интересного. Да и плюс, она красивая. В общем, вот как-то вот такая вот у нас машинка получилась. Когда добавили ресницы, она прям стала смотреться агрессивной. Прям, уф, какая, слушай. Но, не знаю, то есть, если честно, то серый цвет, вот сами знаете. При покупке автомобиля, вот если вы ставите черный цвет, это не так смотрится. Если вы ставите серый, то тут вообще уже сама другая. Именно что серый цвет без каких-либо других приколов. Ну, то есть, да, у меня, конечно, М-пакет, но этот М-пакет хотя бы в темно смотрится. И без М-пакета он, ну, она смотрится не так красиво, как в стоке. То есть, если ставить еще рядом с ней сток, я готов даже купить вторую сейчас машину такую же, просто в стоке. И поставить рядом. И будут просто две капли разные. То есть две капли воды. Вроде одинаковые внутри, но такие разные снаружи. Хотя это не будет как две капли воды, а скорее как снежинки. То, что нету двух одинаковых. В этом-то и суть. В общем, спасибо за просмотр. С вами был я. Всем до свидания. Всем пока. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Но с вами был я. Всем до свидания. Всем пока. И смотрите следующие мои ролики. Дальше будет только лучше.